Всем привет! Знаменитая актриса Нина Ивановна Руслановой не стала в возрасте 75 лет. Артистка не вела роскошную жизнь. Несмотря на всенародную любовь и яркие запоминающиеся многочисленные роли в кино, Нина Русланова не нажила особняков и роскошных автомобилей. Богатым человеком она не была. Ее самое настоящее сокровище – это единственная дочь Олеся и внук Константин. Именно Олесе достанется крошечная квартира в центре Москвы. Однокомнатное жилье, где гостиная всего 15 квадратных метров, в которой несколько лет назад был сделан дорогостоящий ремонт благодаря известной программе. Тогда Нина Русланова, увидев, как преобразилось ее жилье, не смогла сдержать эмоций. Актриса проживала сама и восстанавливалась после инсульта на тренажере, который находился на маленькой лоджии. Отметим, что ранее актриса признавалась, что от нее отвернулись практически все друзья и люди, которых она любила. «Я очень нервничаю, когда нет работы, поэтому я и соглашаюсь на некоторые эпизоды. Это очень мерзко. Ощущение ненужности – это очень плохо», – сознавалась она. К великому сожалению, с 2014 года Нина Ивановна перестала сниматься в кино, о чем сильно жалела. Также ей очень не хватало сцены, но здоровье было уже не то. Буквально год назад артистку госпитализировали из-за болей в сердце. Под наблюдением специалистов Нина Ивановна провела несколько недель, а затем вернулась к привычной жизни. Очень жаль, что уходят такие светлые и добрые люди. Прощание с народной артисткой Ниной Руслановой состоится 24 ноября в Московском доме кино в 11 часов. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем пока!